Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы с особым вниманием смотрим на то, что происходит в Великобритании в плане вот этих политических интриг, касающихся темы Брекзита, очень долгое время, держащее в напряжении не только нас, но и всех тех, кто спекулируют британцам против неважно какого валютного инструмента, тех, кто спекулирует британским фондовым рынком и европейским тоже. День, торговая сессия среды, предполагаемая развязка относительно того, что накопилось в последнее время, но, друзья, уже по итогам сейчас говорить можно то, что этой развязки снова не произошло. Хорошо то, что Тереза Мэй все-таки смогла выиграть вотум недоверия, точнее, наверное, правильнее будет сказать, пройти его с успехом. Это значит то, что она сохраняет за собой премьерское кресло, она будет дальше пытаться в предстоящие недели все-таки склонить на сторону союзников тех скептиков, чиновников и депутатов, которые все-таки предпочли не голосовать за те условия, которые она ранее согласовала с Брюсселем относительно выхода Англии из состава Европейского Союза. Это ее прямая задача, которой она займется в ближайшее время. Соответственно, главный вывод, который сейчас можно сделать, так это то, что мы далеки от развязки политической неопределенности, мы по-прежнему работаем с этим главным риском, друзья. Исходя из этого, вытекает одно очевидное намерение, мне кажется, не только мое, рассматривать фунт и дальше, только с точки зрения продаж. Поэтому, если все-таки фунт остается в числе тех инструментов, которыми вы спекулируете, актуальные уровни, с которых можно, собственно, продать британца, остаются на прежних отметках, это там диапазоне 1.28.40, 1.28.60. Вот считаю, что, скажем, на этом ценовом рубеже можно войти в очень неплохую перспективную короткую позицию, ожидая, собственно, плана Б, который, по, собственно, словам самой Терезы Мэй, должен быть представлен в понедельник. Это значит, друзья, то, что сегодня мы также будем в состоянии очевидной нервозности, мы будем осторожны в торговле британцам. Завтра, собственно, закрытие недели, в принципе, то же самое, и понедельник, собственно, так же, как и мы настраивались на крайне насыщенный волатильный день этой недели во вторник, то же самое нас ожидает в понедельник, потому что нужно получить конкретику того, что будет дальше, как события будут развиваться относительно Брекзита и что же произойдет, собственно, с сроками вот, инициирования официального выхода Англии из состава Европейского Союза. Хочу напомнить, друзья, то, что пока что дата держится. Это 29 марта, когда Англия выйдет из состава Европейского Союза. Тем не менее, с учетом последних новых вводных, сейчас, я уверен, Тереза Мэй будет бодаться за то, чтобы выиграть еще немного времени. Оно ей сейчас очень нужно, потому что чем больше времени у нее сейчас будет, тем больше шансов, собственно, переубедить тех, кто все-таки проголосовал против соглашения, изменить свою позицию и поддержать ее план выхода Англии из состава Европейского Союза. Друзья, к британцу мы еще вернемся по ходу сегодняшнего брифинга. Есть еще парочку, скажем, новостных событий, которые нужно осветить, но это так для того, чтобы было более красочное представление о том, что сейчас происходит по Брекзиту. Я думаю, что если какой-то из, скажем, комментариев, заявлений, либо новостных посылов вчерашнего дня действительно имел мощное влияние на британца, либо был бы полной неожиданностью, то мы бы уже видели серьезные движения по фунту. Этих движений нету, пара фунт-доллар сейчас пока что заморожена на отметке 1.2866. Давайте поговорим о хронологии сегодняшнего торгового дня, что будет важным в рамках предстоящей торговой сессии. Я предлагаю обязательно сегодня обратить внимание на данные по инфляции. 13.00 по московскому времени выйдет этот релиз. Важный отчет может стать еще одним доказательством
того, что Европейский центральный банк очень далек от того, чтобы изменить действующие курсы монетарной политики. Инфляция является одним из основных ориентиров для Европейского центрального банка по изменению как раз вот монетарной политики. С темпами экономического роста мы уже разобрались, они оставляют желать лучшего, причем отдельно по ведущим экономикам валютного блока и в целом по еврозоне. Очень много статистики у нас было за последние недели. Важно, что мы делали акцент именно на составляющую промышленного сектора, потому что промпроизводство для еврозоны и Германии – это один из основных катализаторов экономического восстановления. Данные удручающие. Собственно, мы смирились с тем, что Германия на пороге технической рецессии. То же самое ждет, скорее всего, и Европейский Союз. И вот накануне, собственно, Драги, выступая в Европарламенте, подтвердил то, что данные очень сильно расходятся с ожиданиями, в результате чего планы Европейского центрального банка будут корректироваться. Это подтверждает ту позицию, что ЕЦБ останется адаптивным. Но важно, что теперь о рисках, напрямую коснувшихся национальной экономики, говорит и само руководство Европейского центрального банка. Я надеюсь, что вы не питаете каких-то ложных иллюзий о том, что в еврозоне все хорошо. Вы смирились с тем фактом, что на курс европейской валюты будет оказывать давление вот именно слабая фундаментальная картина. Хорошо, что европейская валюта у нас сейчас снижается. 1.1380 мы сейчас видим, собственно, в наших терминалах. Я думаю, что европейская валюта останется под давлением и дальше. Если повезет нам, друзья, в предстоящие дни, и мы все-таки увидим должную слабость американца, по-прежнему это самый и наиболее вероятный сценарий того, что с ним может произойти дальше, то, возможно, европейская валюта сможет немного отыграться. Но это будет только лишь локальная динамика. Друзья, я повторяю, что не нужно путать именно краткосрочные тенденции и долгосрочные, собственно, ожидания. Мы уже некоторое время назад отказались от покупок, собственно, снова поставили на снижение евро. И я пока что, с учетом того, что курс европейской валюты действительно снижается, предлагаю поддержать именно вот, собственно, такие торговые позиции. Также в 16.30 сегодня классический отчет для четверга, заявки на пособие по безработице. Вряд ли, конечно же, этот релиз повлияет на динамику доллара, но еще раз хочется отметить, что у нас заявки – это то, что мы используем в качестве базы, чтобы понять, какие нас ожидают данные по non-farm payrolls. Соответственно, завтра мы поговорим, собственно, об этих заявках. Но если вы спекулируете сейчас долларом, то советую даже не обращать внимания на эти макроэкономические данные, потому что в целом мы знаем, какие сектора чувствуют себя хорошо, какие плохо. Мы опираемся на риторику Федрезерва. Я советую, исходя из этого, смотреть за доходностью американских облигаций. Вот вчерашний день явное доказательство того, что доллар, индекс доллара идет в такой коррелирующей связке с поведением доходности десятилетних американских облигаций. И они, возможно, являются сейчас основным маяком для того, что происходит с долларом. В моменте мы вчера видели, как доходности снижались. Это, собственно, оказывало давление на курс доллара. После того, как доходности десятилетних облигаций начинали подрастать, собственно, и доллар также шел вверх. Сейчас мы уперлись по доллару иене в сопротивление фактически 109. Друзья, короткие позиции по-прежнему в приоритете, потому что я снова продолжаю делать акцент на то, что та политика, которая была анонсирована Федрезервом, это политика выжидательного подхода к дальнейшему изменению процентных ставок, продолжающейся шатдаун – это фундамент, на котором нельзя построить какой-то интересный, многообещающий, перспективный идеи по росту доллара. Скорее всего, то, что доллар сейчас добрался до сопротивления 109, это лишь отражение крайне неопределенных рыночных настроений, которые на рынке присутствуют. Но это точно не те самые настроения, которые могут поспособствовать зарождению новой трендовой динамики. Уверен, то, что доллар будет испытывать прежнее давление. Что касается рынка нефти, 61.35, это сейчас котировки, еще один день роста, собственно, хорошо. Мы вчера на брифинге уже говорили, что
нефти показывает положительную динамику, отыгрывая намерение Банка Китая усилить меры по поддержке экономики с целью предотвращения еще большего замедления экономического роста. Ну и правильно делают то, что хоть как-то поддерживают, может быть, сейчас это только лишь вербальный стимул. Мы вчера как раз говорили о том, что вряд ли Народный банк Китая сможет позволить себе одновременно и увеличить бюджетные расходы, инвестиции и сократить, собственно, налоги. Это какая-то сказка, особенно для такого развивающегося рынка, как Китай. Но в то же время дадим должное на настроение. Эта статистика, эти заверения, собственно, китайского регулятора определенно повлияли. Также мы ждали вчера статистику по запасам нефти США, и наши ожидания были вознаграждены, потому что еще одна неделя была зафиксировала снижение запасов в минус 2,68 миллиона. В принципе, те же самые значения, что мы и ожидали по прогнозам. Вчера я приводил также экспертную оценку от Global Platts, сколько в рамках американской экономики, насколько запасы могли снизиться. И в итоге действительно прогноз попал в точку. Цикл, серия релизов сокращения запасов, уверен, может продолжиться и дальше. Поэтому, друзья, у нас как минимум один уж точно отчет в рамках недели, который должен способствовать тому, чтобы нефть показывала ту динамику, на которую мы настраиваемся. Это динамика краткосрочного роста. И я по-прежнему, друзья, мотивирую вас, оценивая фундамент, на то, что нужно принимать решение именно о покупке нефтянки и ожидании Брента в районе 65 долларов за баррель. Сейчас котировки 61.35, друзья, мы фактически на максимум зафиксированных на прошлой неделе. Ралли еще только развивается, есть шанс присоединиться к нему и неплохо на этом заработать. До конца недели, то есть в рамках текущей и завтрашней торговой сессии, у нас еще с вами два важных отчета и по совместительству потенциальных катализаторов для котировок. Это сегодняшний доклад ОПЕК по ситуации на рынке нефти и завтрашний релиз аналогично тоже по тому, что происходит сейчас на глобальной энергетической арене, уже от Международного энергетического агентства. То, что ОПЕК сегодня должен поддержать рынок нефти, это практически 100%, потому что мы помним ту же самую оценку от Global Platts о том, что в прошлом месяце страны ОПЕК очень сильно сократили добычу. Мы помним заверения Саудовской Аравии о готовности возглавить процессию по восстановлению всего энергетического сектора, то есть выступить чуть ли не лидером по доп. Сокращению. Цифра по-прежнему обозначена в районе 800 тысяч баррелей. Это тот уровень, на который действительно может сократиться производство нефти дополнительно только в рамках Саудовской Аравии. Да, я признаю то, что очень часто статистика от ОПЕК несколько приукрашивает действительность. Но сейчас давайте опустим, скажем, этот нюанс и просто попробуем поставить на появление на рынке локального триггера, который должен привести к дополнительному росту котировок, собственно, черного золота. Цель, друзья, повторяюсь и буду продолжать повторять и делать на это акцент, 65. Хочу, чтобы мы вот именно на краткосрочной динамике смогли заработать. Потом, уверен, нам придется все-таки вернуться к негативным тенденциям, к трендам, которые также будет соответствующее, скажем, фундаментальное объяснение. Даже сейчас у меня есть несколько аргументов, которые могут несколько возмутить, опять же, медведей с точки зрения моих рекомендаций на краткосрочную покупку. Но я не буду сгущать сейчас краски и омрачать, опять же, перспективы краткосрочного роста. К негативу мы еще вернемся. Давайте пока что поработаем с локальной, восстановительной, восходящей трендовой динамикой. Фунт против доллара. Снова предлагаю вернуться к этому инструменту. Вчера, как вы помните, был у нас крайне важный день. Крайне важный день для нас, для трейдеров, спекулянтов, которые, конечно же, следят за состоянием собственных депозитов и не хотят попадать в просак именно к
какой-то возмутительной волатильности. Но в данном случае напоминаю, что за волатильностью скрываются возможности, даже несмотря на ожидания очень рискованного предприятия торговли по таким событиям, мы все равно с вами вот держим руку на пульсе, следим за тем, что происходит, и рискуем, открывая, собственно, позиции. Почему важный день для Англии? Потому что прошло голосование о доверии Терезы Мэй. Это, считайте, тот же самый вотум, который еще в конце прошлого года также был инициирован против Терезы Мэй. Инициатором, собственно, выступил Джереми Корбин, который возглавляет партию либористов, партию оппозиционеров. Очевидно, что он явно точит зуб на Терезу Мэй и не хочет видеть, собственно, ее на премьерском кресле. Но факты говорят сами за себя. Еще один вотум она прошла довольно успешно. И нужно признать, друзья, то, что, возможно, это самый лучший сценарий, который только мог бы сейчас реализоваться. Как говорят, на переправе коней не меняют. Это очень справедливая поговорка к тому, что сейчас происходит в Англии. Думаю, что только лишь Тереза Мэй может обеспечить последовательный, контролируемый и упорядоченный выход из состава Европейского Союза. Потому что если бы вчерашний вотум недоверия завершился тем, что она ушла бы в отставку, это привело бы к новым парламентским выборам и еще больше усилило бы и без того зашкаливающую политическую неопределенность. И вообще есть идея, что если бы дело дошло до новых парламентских выборов, Европейский Союз вполне возможно не стал бы уже договариваться с новым политиком, искать пути, скажем, подходы к нему. Гораздо проще было бы спустить ситуацию по Брекситу на тормозах, пусть и на условиях жесткого выхода, но тем самым решить проблему с неопределенностью и удовлетворить требования, собственно, тех резидентов, которые еще в 2016 году проголосовали за независимость Англии от Европейского Союза. Что касается распределения голосов, тут, конечно же, есть определенные проблемы, потому что Мэй одержала победу с минимальным перевесом, всего лишь в 19 голосов. 325 отдали предпочтение, собственно, ее лидерству, 306 проголосовали против. На таком балансе какой-то мощной, уверенной позиции по проведению дальнейшего политического курса, конечно же, построить не удастся. Но важно отметить, что для Терезы Мэй первоочередная задача была успешно пройти этот вотум недоверия, неважно с каким распределением голосов, потому что ей было необходимо выиграть время, чтобы за оставшийся вот период времени до 29 марта убедить тех, кто все-таки проголосовал против ее соглашения, изменить свою позицию. И сейчас, в принципе, она это время выиграла. Все ждут так называемого плана Б, который должен быть озвучен уже в следующий понедельник. Поэтому, друзья, я вас призываю, может быть, даже подумать, стоит ли оставлять позиции через выходные. Вполне возможно, что-то в плане комментариев поступит уже в субботу-воскресенье, когда рынки, разумеется, будут закрыты и могут заставить понервничать, опять же, на открытие понедельника. Если вы предпочитаете начинать понедельник собранными, без какой-то нервозности, то, конечно же, до конца пятницы лучше по фунту сделки прикрыть. В понедельник у нас будет еще массу возможностей, чтобы снова вернуться к спекуляциям и торговле. Мы это обязательно сделаем. Я в понедельник вас, друзья, всех жду снова на брифинге. Мы продолжим говорить о том, что происходит в рамках Брекзита, потому что об этом сейчас нужно говорить. Нужно знать обо всем фундаменте, который складывается в контексте данной темы. Британская валюта сейчас сохраняет довольно высокие позиции, рядом с сопротивлением 1.29, но чуть ниже актуальной котировки, по-моему, 1.2870, около того. Все это обусловлено надеждами на то, что мягкий Брекзит по-прежнему реален. Но для того, чтобы повысить шансы на его реализацию, нужно, чтобы план Б
к примеру, предполагал возможность переноса сроков инициирования 50-й статьи и сроков официального выхода из состава Европейского Союза. Если это произойдет, если мы об этом услышим в понедельник, то, возможно, друзья, нам нужно будет пересмотреть свои ожидания по британской валюте, но не будем забегать вперед, потому что настроения меняются многократно, и даже за одну торговую сессию мы убеждаемся, насколько сильно, опять же, рынок остается чувствительным к любым слухам и комментариям. Они тысячу раз еще изменят направление движения британца, и прежде чем, собственно, мы когда-нибудь поставим на рост британской валюты, уверен, то, что у нас будет возможность еще отыграть и его слабости. От Карни, к сожалению, ничего мы интересного вчера не услышали, хотя он обязан был говорить про Brexit, но он говорил преимущественно о глобальном экономическом росте и о Китае. Это сейчас нас не особо интересует, друзья, поэтому, с вашего позволения, давайте, собственно, даже его выступлению особо внимания и не уделяйте. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Как и всегда, контролируйте риски. То, что у нас сегодня не значится никакого события по Брекситу, это не значит то, что британская валюта будет демонстрировать вялую динамику. Фунт находится сейчас в прямом смысле как на иголках. И любые заявления, как я уже отметил, по тому, что будет происходить касательно Брекзита дальше, будут приводить к серьезной волатильности в рамках этого валютного актива. Будьте бдительны, сегодня контролируйте риски, обязательно следите за загрузкой ваших депозитов и не оставляйте ваши позиции без присмотра. На завтра это тоже будет актуально, и еще более актуально это будет, эти рекомендации будут, собственно, в начале следующей недели, когда ТРЗМИ обещает представить план Б. Друзья, спасибо за внимание. Еще раз прибыльной торговой сессии. До завтра. Всего доброго. До свидания.